забавная история из моей собственной жизни про снайпера. Был у меня мужчина, надо сказать, что размер у него был не маленький, но при определенной подготовке мы с ним практиковали иногда, а вид проникновения такой, как сзади, и обоим нам этот процесс нравился. Ситуация. Страстный, возбуждающий секс. На тот момент это была поза Doggy Style. Все было возбуждающе, круто, сильные, мощные движения. И в один миг этот снайпер, твою мать, четким попаданием с первого раза вошел не в ту дырочку, из которой вышел, сразу и на всю глубину. Сказать, что мне было больно, это ничего не сказать. Хоть я и практикую, но без подготовки, неожиданно, я отпрянула от него на 2 метра сразу.